вас, у россиян, есть такая дебильная привычка говорить, у нас это тоже есть. У нас это тоже есть. Вот и скажите мне, если бы у вас одна рука сгнила и просто торчала кость, а другая была действующая, вы бы тоже сказали, что у меня две руки? Две руки, они выглядят, должны выглядеть одинаково, они должны иметь одинаковые, как бы, пять пальцев, как бы, двигаться, понимаете? Когда вы говорите, что у нас такие же села, покажите ваши села, блядь! Покажите ваши солнечные батареи! Вот сейчас я выложила ролик. Село! Парк как будто под Питером находится, прямо в Питере, который там тратишь, я не знаю, сколько там стоит вход в этот Павловск, я не знаю, сколько он стоит, но он стоит каких-то денег. В этом селе эти слоники стоят, которые из кустарника вырезают. Маленькие прудики, выложенные таким вот камешками. Прудики. Люди сидят за скамеечками, аккуратно, чисто. Около этих скамеечек и столиков, например, шашлыки или что там они делают. Чисто везде. Понимаете слово чисто? Покажите ваши столики, ваших, я не знаю, парках, где рядышком со столиками чисто. Не бумажки. Не бумажки. Чтобы у вас был пляж и ни одной машины ебаной не стояла. Чтобы люди купались, а машин не было. Покажите, вот украинское село, русское село, покажите. Покажите город равный Мариуполю. Не сейчас, что с ним случилось. Поэтому все говорят, у меня такой город, у меня. Вот то, что было до 24 февраля. Мариуполь, покажите второй Мариуполь. Покажите ваши солнечные батареи. Одна к одной. Только что с мужиком разговаривала. 4 дня он ехал по Сибири, не было никакой связи. Ни одного Wi-Fi. 4 дня. Люди у вас какие-то там воду отключили, так они из речки таскают ведрами. Ведрами таскают воду из речки. Что у вас то же самое? У вас должно... Во-первых, у вас не должно быть то же самое, потому что вы великая Россия. Вы же претендуете на слово «великая». Значит, у вас не то же самое, а должно быть в 500 раз больше и лучше, чем в Украине. Понимаете, что такое Украина? Это получается, Украина вот такая, а вы такая пиздюлечка, да? Тоже. Какой нахуй тоже? Это Украина. А вы это вы. А вы говорите, что наоборот.